Сегодня 23 июля. Участок, где был внесен безводный аммиак, и участок, где, конечно же, он был не внесен. То есть вот, кстати, оно видно, потому что здесь уже фазы быстрее прошли, и пшеница, можно сказать, ну, она темнее, потому что уже начали бактерии заселять мертвые ткани. Чешуйки, колос. А здесь еще, как бы, из-за того, что фаза удлинилась, из-за того, что пошли дожди, здесь еще колос такой более светлый. И в целом, как бы, пока, ну, вегетация уже тоже, можно сказать, закончилась или заканчивается, потому что еще флаговый лист даже зеленый, он и здесь, конечно, зеленый. Но вот такой вот разница в цвете есть, потому что здесь немножечко по вегетации, там, где не было азота, растения отстают. Из-за того, что в ранние фазы, как бы, очень сильно отставали, или эти фазы не переходили одна в другую быстро, быстрее, чем, к примеру, или так же, как, к примеру, там, где внесли азот. Так что вот так вот посев выглядит, там, где не вносили безводный аммиак. Он, конечно, светится, но все равно здесь так стеблестой-то в целом-то и неплохой, как бы там ни было. Здесь, конечно же, получше, и, может быть, уже через дней 7-10 здесь уже можно будет молотить яровую пшеницу. Так что вот такая разница на данный момент есть.